Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня началась битва гильдий, и вроде как бы неплохие противники, и решил я все-таки затестить некоторых героев, которых мы качнули. Это Малышник, Дрейк, вот такой вот Капитан Дрейк, собран на урон. Почему, многие спросят, здесь стоит выживание, чтобы его не слили сразу. Ну и сюда мы попробуем поставить вариант ремочку. Ой, тут я говорю ремочку, я живу. Совсем как Рылев стал. Плюс. Давайте даже не так. Поставим сюда панчбокса. Вот такой вот у нас один герой на добивание. То есть мы будем бегать таким вот ронином. Плюс добивать. Малышник. Здесь мы сейчас словим оживу. Я думаю, мы недолго будем ее ловить. Попробуем с оживой и поставим пакт. Ну, его тоже могут слить с такой сборочкой. Но будем надеяться на то, что у нас... Так, раскол. Тоже делаем героя на добивание. Уже стремки, конечно, здесь лезут через раз. Да, давайте уже живу. Вот так вот, отлично. Так, тут ставим пакт. Можно было бы поставить новую талантик эмблемой, но я вам скажу так, что не всегда оно срабатывает, да и ему не особо надо. А, так, есть. Ставим сюда ангела. Дальше. По сути, нам космо не нужен. Берем такую вот командору пачку. Для реса лучше всего, конечно, взять. Ну, берем три антика. Синушка тоже, в принципе, неплохая была бы. Лиди Лео. Так, кто у нас такой еще интересный? Может зафигачить здание? Ну, давайте Афину возьмем. Вот такая вот сборка. Поехали. Поехали сливаться. Мне самое интересное посмотреть. Ну, мне кажется, сейчас нам надо будет даже Анубис. Ну, скорее всего, юнит. И сейчас посмотрим, как мы будем добивать. Ну, то есть шанс слива у нас очень высок, потому что очень много юнитов. Ну, как видите, яйца кролика не мажут, они бьют прямо точно в цель. Так, отлично, давай добивай. Именно туда, куда нам надо. Так, еще немножко юнитов осталось. Да по юнитам бей. Так, отлично. Все, юнитов убрали. Запускаем Дрейк. Ну, можно было их бы потом запустить, попозже. И нужно было бы попозже запускать. Ну, мы смотрим на то, что у нас получается сейчас. Давайте ради интереса дерево кинем. И все, и думаю... Не... Вот, вот вам вся, ребятушки, битва гильдий. Чтобы сложно что-то было, я бы не сказал. Поехали, следующий наш противник. Видите, юниты, юниты, юниты.
это самое основное. Ну, в принципе, у нас есть преимущество, то, что наш зайчик, яйчик своими яйцами просто тупо правильно бьет. Сейчас наши воронины, наверное, снесут, скорее всего. Ну, в принципе, смотрите, что там Ронин чудит. 59%. Вот это, ребята, кстати, сейчас шанс слива очень велик. Надеемся на то, что командорка правильно ударит. Так, Дрейк. Ну вот и все. Какие сложности могут быть на битве гильдии? Ну да, вы скажете, у тебя там они прокачаны максимальные. Да, они у меня максимально прокачаны. Ну и моих противников тоже герои, не слабенькие. То есть, как видите, то, чего мы опасались раньше, что у нас здания будут нам мешать. Это все фигня. А, так, что у нас тут? У нас тоже непонятная какая-то каша. Ну, можно и без Ануписа. Вот мне нравится кролик. Кролик просто тащит. А еще можно дополнительно Цапа поставить и Феникса поставить, чтобы у нас было получше все в плане добивания. Ну, как видите, мы все равно не используем весь арсенал наш для того, чтобы слить. Надо будет с Анубисом попробовать, потому что тут немножко не то. Ну, не знаю, мне нравится. То есть от малыша Ника толк есть. Сейчас посмотрим, сколько, какой там урон от кого. Пусть он уже добьет всех юнитов. Сейчас, скорее всего, здание все добьет, чем юнитов добьет. Так, давай, 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 давай. Есть, смотрим. Ну, 100 тысяч. Еще разок, отлично. И еще разок. Как по мне, реально огонь. Мне нравится такое добивание. Так, что у нас тут? Ой, это тут вообще сказка. Давайте попробуем тут. Давайте изначально посмотрим. 260. Отличный просто удар, я вам скажу. Просто чудесный. Еще разок. 9%. 13%. Ну, видите, дальше не дали добить уже. Пробуем Дрейка. А Дрейк хорош. 26, 45%, ребят. А он-то хорош. 51. То есть два такие героя набили 51%. Запускаем Командору. Командора похлеще будет бить. 66. Супер. Посмотрите, что она творит. Обалдеть. Ну и тут свободно можно просто Ронина с другой стороны запустить, чтобы он еще подбил через Седну. А давайте, кстати, давайте Афину запустим. Жестко. Так, а теперь давай. Ну тут даже можно было так не запускать. Можно просто дерево выпустить. Вот тех же самых 100%. Супер. Так, что у нас осталось? Одна попытка. 540. 580. Поехали сюда. Вроде, казалось бы, знаете, такие герои слабенькие. Не те герои, которые надо. Вот, кстати, Фрэнки. Сейчас мы с тобой расправимся, Фрэнки. Тебе Родин сейчас отомстит за всех остальных. Но это не точно. А, там Фрэнки. Дафный вариант какой-то непонятный. Он не особо бьет, но и не пробивается, как видите. 71% уже наколошматили. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу такой сборочки на битву гильдии. Ну, как по мне, реально... Мне она зашла.
Единственное, что юниты. Вот юниты надо Анубисом сливать, либо какими-то питомцами, потому что с ними всегда будет проблема. Ну, давайте пробуем. Раз, два, три. Без вариантов. То есть тут столько урона, что даже сам малышник с драйками, он показал, делает 50%. Вот такой вот составчик на добивание, в принципе, довольно-таки неплохо. Ронином подбиваете, можно даже без Ронина пробовать. То есть варианты разные есть в зависимости от того, какой у вас топ. Но, конечно же, у меня они прокачаны хорошо. Но можно пробовать и с 20-ми прорывом то же самое делать. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.